А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка, Данька и Донька, мы в GTA 5, а это рубрика «Битва автоугонщиков». Здоровки. Всем привет. Ребята, мы прибыли в район пляжа. Именно здесь, в определенной зоне, которую мы уже отметили с ребятами, вот здесь будем прятать по 8 автомобилей. На каждую машину дается по 1 минуте, чтобы ее спрятать, а после, за 15 минут, мы будем все эти машины искать. И самое главное, найти как можно больше, чем ребята, чтобы, конечно же, забрать балл. Вот. Да. Ну а позже мы пройдем парочку испытаний и выявим победителя данного шоу. Ребята, в комментариях напишите, как сильно вы его обожаете. И давайте так, за первые же сутки попытаемся набрать 1000 комментариев и 3000 лайков. Реально, давайте-ка попробуем провести такой челлендж. Сможем ли мы это сделать? Давай. Да, ребята, а прямо сейчас мы отправимся прятать тачки и готовиться к поискам. Полетели! Ребята, на самом деле, я решил затроллить Даню и Доню. А для этого, ребята, мы покрасим наши зеленые машины, которые я специально спалил, пролетая мимо ребят, в золотой цвет. И оставим первую из них. Это вот здесь. Кстати говоря, что-то у нее с подвеской. Давайте-ка вот так вот ее зафризим. Все четко. Первая готова. Прячем оставшиеся. И так как мы все грязные дела сделали, отключаем блипсы и красим вторую машину, которую спрячем вот здесь, ребята. Да, давайте-ка реально оставим ее вот в этом месте. Очередная машина, а именно Нива у нас будет стоять вот здесь, кстати говоря. О, все, антигелик мы выделили, и давайте-ка покрасим его в золотой цвет. Супер, друзья мои, это уже третья тачка. Ребята, я думаю, спрятать тут восьмерку — это просто гениальнейшая идея, потому что это зона, а точнее край зоны, друзья мои. Ребята, мы зафризили машину, чтобы она не провалилась, потому что висит она на этих штырях. Очередная машина, а именно Волга, у нас будет немножечко прикопана и находиться в кустах. А еще одна машина будет немножечко утоплена, и это тоже, ребята, Волга. Красим золотой, отправляемся прятать заключительную. Ребята, последняя машина будет стоять вот здесь, на окраине очередной нашей зоны. Красим ее в золотой. Отмечаем на карте. И отлично, друзья мои. Отправляемся к ребятам. Посмотрим, что они сегодня для меня приготовили. Ребята, ну что же, мы готовы начинать. На все про все у нас получается будет 15 минут. Ага. И вроде бы все хорошо. Я на крыше просто с базой, считай, заметил случайно. Это получается что вообще? Это Митсубиси! Да, ребята, Митсубиси нашел за, получается, 1 секунду, наверное. Окей, ладно, так, а кто нашел. Прятал желтые тачки? Ну не я, это уже нашел, тачки? Поэтому... да, тогда получается, я не прятал желтые тачки, ты не прятал, значит, Даня прятал желтые тачки. Я, короче, нашел вторую машину, я не знаю, как это получилось, но она просто, вот пока я вез эту, я нашел сразу же вторую. Вообще хорошо, да, желтая уже, вторая моя желтая. 3 желтых мы уже нашли, Дань, спасибо. Хорошо поработал сегодня. Так, окей, едем тогда дальше. У тебя там как дела? Рассказывай давай. У меня? Мне было бы тихо. Не, у Дани, у тебя-то я вижу, у тебя-то одна машина. Интересно. У тебя я скоро узнаю. Совсем скоро. Осталось потерпеть. Буквально тут недельку, и, в принципе, совсем скоро я все узнаю. Даня, у тебя там как дела? Что-нибудь нашел, не нашел? Давай рассказывай. Не-а. Ничего не нашел. Так, тут пусто. Здесь получается... Третья желтая, что? В этом стояла. В гараже, получается, так, а здесь... Так, здесь нет ничего. Все, хорошо, отлично. Да, третья уже машина моя. И это, кстати, за минуту 3 тачки. Это очень хорошо. Я иду, и я очень надеюсь, что также мы будем продолжать. Потому что, ребята... Хотелось бы все 8 найти. Я напомню, что как только мы находим 8 тачек, мы начинаем подрезать у кого-то чьи-то машины. Угу. Кто прятал золотые? Ну да, кто же прятал золотые? Кто прятал золотые? Я не знаю. Прятал золотые? Я угнал золотые. Я зеленые прятал. Желтые. Ну да. Я зеленые прятал. Я красную нашел. Красную нашел. Неплохо, это молодец. Моя, да. А кто золотые прятал? Дань, ты золотые прятал-то? Я не прятал. Диман, да ладно, что ты тут лапшу на уши-то вешаешь? Я не понимаю, кому? Ну ладно, хорошо, раскусил ты. Ладно, меня, а ты не видишь, нашел прямо около базы еще одна желтая стояла? Ты не видел, да? Нет, прямо, а что за тачка? Прямо в палатках. Где она? В палатках? Да, я же только что посмотрел! Я только что смотрел эти палатки! А, стоп, вот эти палатки, которые...
В ряду который? Или вот, вот который... А, не, ну вот здесь прям вот здесь байк, короче. А, я не видел, реально, признаюсь. И я не видел. Возможно, я на записи уже 1000 миллионов раз спалил, как бы. Но я не видел этого. Ладно, это получается 3 у тебя, 4 у меня и 1 у Дани. А мы едем дальше, ребята. По времени прошло 2 минуты. Третья заканчивается. Ну, поехали дальше. Ребята, пока мы ищем машины, я бы хотел кое-что спросить у вас. А точнее... А сколько времени вы обычно любите отдыхать в путешествии? Вот реально, 1 неделю, 2 недели, 3 недели? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне было бы интересно узнать. Может быть, так, кто ладно, вообще месяцами отдыхает у нас? Нашел. Золотую, 4-4 у нас с тобой. Золотая, я нашел желтую. Я нашел желтую, братан. 5-4 пока что. 5-4 я нашел желтую Теслу. Кстати, мать, она быстрая. Давно не видел быстрых Тесел, честно признаюсь. Но понял, это прям хорошее. Это, кстати, плей. Это плей, это отлично. А, стоп. Что у меня... Так, что Митсубиси здесь делает, я не понял. Митсубиси должна быть на базе. Все, поехали. Так, 3 минуты позади, я нашел уже 5 тачек. Осталось всего 3 штуки. Вы, кстати, вообще прям плохо глаза бросаются, на самом деле. Да? Ага. Зеленые которые, да? Ну да, да, те, которые зеленые, которых нет, да, которые желтые, я имею в виду, да. Ну это же хорошо. О, с одной-то стороны нашел на причале еще одну красную машину, это уже у меня 6-я, то есть на окраине. Да, неплохо, неплохо, осталось еще 2 найти, ребята. И по времени 4 минуты позади, то есть 11 минут у нас еще есть, 11, это просто очень много. Ребята, в комментариях пока что напишите, какая машина из всех моих найденных вам прям очень сильно нравится, вот, ну, реально. И, возможно, когда-нибудь я буду прям вот искать именно эти машины, или этой марки, ну, посмотрим. Так, ладно, мы пока едем дальше. И я хочу прям все смотреть так максимально, ну, давай, аккуратно. Давай, смотри, потому что... Да. Так, Дань, у тебя там, что там, как дела-то? Одну нашел и все. Одну нашел и все. Ну ты да смотри внимательнее, смотри внимательнее. Как ты понял, я прятал золотые машины сегодня. О, я еще одну красную нашел! Что? В бассейне! Стандарт, дефолт! Ну ты лютый. Отлично! Лютый. Это моя уже седьмая машина. Ребята, я сегодня прям в ударе. Есть такое, да. Да, я прям сегодня в ударе. К чему бы это могло быть? Вот пиши в комментариях. Обычно, если там нос чешется... Ой, будь здоров. Если нос чешется, то это к этому, какого? К гулянкам, да. А у меня как бы... 7 тачек за, получается, 4 минуты. А это явно что-то новенькое. У меня пока ничего. Но ручки у меня чешутся, чтобы найти все машины. Я 8 нашел, что? Ты лютый, я тебе говорю. В домах, которые были, ты понял? Которые рядом прям... Которые вот эти вот хрущевки. Ага. И там была БМВ золотая. Ой, золотая, желтая. Боже, я реально сейчас немножечко в шоке от того, что я нашел все 8 тачек за отведенное время. Не, я свой не забирал. Было бы неплохо. Не, было бы да, было бы глупо. Так, 3, 6, 8. Да, окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мы нашли желтых. Одна, получается, одна желтая осталась, 4 красных осталось. И получается. И получается такие 5 моих. Да, еще тачек, в принципе, много, но вопрос, где последняя желтая? Вопросики. Где последняя желтая, ребята? Сейчас я уже начинаю кого-нибудь подрезать. А, у меня идея. У меня идея, которая, по идее, возможно, сработает у нас. А ну-ка. Возможно, а ну-ка, да, я возможно, на крышу, и я ни хрена не увижу. Я понял, спасибо. Да, слишком много времени только потерял. Тогда поехали дальше. Ребята, так, тут пусто. Тут как бы... Ну, тоже не очень-то густо. Неужели даже здесь ничего нет? Обалдеть. Ну ладно, ну ладно. Я даже не знаю, так, о чем кстати, ты там. Кстати, никто не ставил здесь, потому что... Ладно, здесь Юрец как-то расставил тачку, там она прозрачная. А что за... Подожди, может посмотрю с этого, или ты уже уехал? С чего посмотрю? Со спека посмотрю, что там за место. Мне прям интересно. Да нет, забей, я же уехал. Забить? Конечно. Ну ладно. Как бы окей. Пока что у Дани прям сложно все по поискам, да? Вроде как-то ты выспался ладно, же вроде ты. Нашел, нормально. Ты последнюю желтую нашел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это плохо. Это плохо. Потому что я, если бы нашел желтую, у тебя была бы на одну машину ниже, меньше. Ниже так, меньше? Ну там мою мы не нашли еще. Тут у нас получилось. Я нашел красную! Супер! Я нашел красный Lexus, и это моя уже 9-я машина, ребята. 7 минут позади. Осталось еще половина, я уже все.
нашел. Ты вроде, Ваня, как тоже приближаешься к концу. Ну, у меня пока 6. Дани пока тяжеловато. Так, тихо. Йоу, понимаю. А, стопы, у меня полицейский Lexus? Не знаю, может или быть. Или нет? Нет, ну мигалок типа нету, но у него, я понял, есть, а нету. Нету, я есть, понял, нету? У него типа... Радио, получается, именно полицейское. Понял, на полицейской волне, но я ничего не заметил. Ладно, это не суть. Это мы, в общем-то, ладно, потом проверим. А мы пока что поехали, ребят, пока есть время. Стопэ. Я думал, это... Тачка на крыше, но нет. Вроде бы как нет. Ладно, ладно. Какая, седьмая у меня уже. Седьмую получается. Нашел? Да. Ничего себе. Дань, у тебя там как дела, родной мой? Одна у него. Одна, а с тобой, и вроде с тобой, все. Он с тобой не разговаривает. Тань, прости. Правда, прости. Я не хотел, чтобы было так жестко. Но, видимо, ты готов был на зеленой тачке, а я немножечко тебя решил взбудоражить. Но, допустим. Так, тут тоже ничего нету. Тут как бы тоже ничего нету. Тань. Как говорится, извиняйся. Тань, смотри. Смотри, Тань. Сюда, ага. Смотри. Я понял. Ты тут уже нашел! Да, не прыгай. Не прыгай! Да, он утопил. А, не, все четко. Прости, я думал, ты. Да, я думал, там будет машина. Я пытался тебе помочь всячески, но ладно. Я понял, где ты пытался показать ему. Да. Ладно, окей. Я там уже забрал раньше. Окей. Дай. Так ты не в зоне катаешься, ты ж, понятное дело, ничего не найдешь. Ты ж не в зоне! Газа. Вот здесь точно есть тачка, на тебе, братишка. Получи, распишись, забирай. Дай быстрее, сейчас Ванёк заберет ее. Я не поеду, забирай. Все, хорошо, отлично. Так, ладно, что там вообще по тачкам осталось? Ты немножечко остановился, немножечко отвлекся вообще. Тебе хватит? Пусто. Ну мне-то да, но хочется ж больше. Тем более я могу только твоих воровать, это же хорошо. С одной стороны. Сути, а с другой стороны, да? Я подрезаю Даню. Да, неприятненько будет. Ладно. Ну, я пока поищу, покатаюсь, потому что по времени 5 минут, но запасе, друзья мои, по 5 минут это вроде как много. Это вроде как много, это а вроде там как. Как нашел! Это что такое? Стопэ, если я не ошибаюсь, этот геттер, по-моему, даже в реале был. В реальности, реально, в таком ливере, если я не ошибаюсь. По-моему, даже был. Обклеен такую пленку, только у кого я вот не помню, чья это машина. Ребят, комментарии напишите. А кто ставил, получается, геттер в ливере? Ну, если мы все машины Дани нашли. Тогда, получается, твоя, да, это логично. Ну, да. Да, это, получается, у меня 10-я машина, и в твоем случае это 7, да, получается? Ты пока 7 нашел. И из них 1, 2, 3, 4 моих. Да. Да, а сколько 4 там твоих. Раз, два, ну, 4 еще моих осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 твоих. Почему 4? Если 4 я нашел, стоп. А еще одну Даню нашел. Даня нашел, да, 3 моих получается. 3 мои. Угу. Он только что их ее привез, я, да, только заметил этого. Так, понял. Ну я... А, я думал, ты там не нашел тачку. Интересно, окей. Если есть утопленник, то... Если есть в кармане пачка, ту-ду-ду. Да, братан? Пачка ту-ду-ду? Да, ту-ду-ду. Такие конфеты есть просто. Очень вкусные. Да, утопленник есть, хорошо. Утопленник, блин, нашел. Ладно, хорошо. Так, окей. Я, кажется, знаю еще одну тачку, которую ты еще пока не нашел. Возможно, я ее подскажу Дане, если... Если... Пс, поехали. Пс, развернись. Если быстрее. Есть в кармане пачка. Куда ты? Газуй сюда! Давай! Давай на всех парах, отлично. Так, вопрос. Может, зря? Да, не зря, он нашел, все, поехали, расход. Расход! Понимаю. Он слишком умный, он слишком все находит, он знает мои нычки. Либо же тебе везет.
Потому что прям все такие тяжелые ты понаходил. Так, да, ладно, по времени быть. Остается 2,5 минуты, и мы пройдем только одно испытание, ребята. Только одно испытание. А осталось еще, кстати, пару красных, что я и хотел бы найти. Вот только где они? Такой вопрос. Интересный. Прям очень интересный, но тут Димон, пусто. Знаешь что? Я там не нашел машину. Она просто в воду сползла. Но это уже не важно, потому но что... Ну, ты же забрал ее, получается? Ну, сейчас, только что. Что? Ты, блин, ты хоть показал бы до конца машину человеку. Так нет, я же сам, ну, пока ехал, я ее проверил, тунычку, я не нашел ее, так вот думаю, окей. А подожди, там же байк валялся. Нет. Или мне показалось, или там колеса просто валялись. Я не знаю, там машина это самая, ниже в воду уползла. Братан, прости, говно случается. Но... И в этот раз оно случилось сейчас. Как говорится, хотел помочь, а потом не сделал, как всегда. А в смысле, как всегда, одна была помощь. Я думаю, это в карму мне плюсик и достаточно будет. Не, ну с другой стороны обидно, да, потому что я-то думал, она стоит, а она утопленник, блин. Ладно, хорошо. Немножечко забавно. Да, немножечко я промахнулся, ну да ладно. Так, и как бы вроде все. Вроде все, больше я ничего здесь не вижу. И остается буквально минута. Последняя минута, друзья мои. Минута. На поиски. Да, и при этом я не все красные нашел. И это меня немножечко напрягает. То есть, а где же еще? Их две всего лишь было. Ну, это не зона. Да ладно. Тут-то тоже вроде нет ничего. Твоя одна, по идее, осталась для меня. Да. Вроде. Так, и тут тоже вроде пусто. Ребята, в комментариях, если же вдруг я что-то, ну, проезжал и не заметил, как это было в самом начале, я почитаю ваши комментарии, так как мы вообще тут как бы челленджи проводим, да? Тоже помогу вам в этом челлендже. И, соответственно, комментарии все со всеми ознакомлюсь. Блин, ну золотая, конечно, она даже если она где-то стоит, ее хрен увидишь. Камон. Я знаю, кажется, о чем идет речь. О чем идет речь? Речь не речь. А, нет, нашел. Чего? Я вообще не знаю, о чем тогда идет речь. Да? Потому что ты нашел золотую, да. Все, окей, время кончилось. Ребята, давайте-ка посмотрим. А по времени все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одна золотая моя. Желтые все. Раз, два, три, четыре, пять. 6 и 2, получается, красных. Давайте-ка покажем тачки, которые мы не нашли. А по количеству сколько мы нашли? 3. Ты, получается, нашел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Нихера себе. Нормально. Да, или хорошо, подожди, 3, 4, 6, 9, 5, да, действительно. А я нашел, получается, на одну больше. Да, у меня 10 баллов за поиск. Моя машина стояла вот здесь. Она очень темная такая. Ну, как бы просто... Чуть-чуть понятно. Прикопал я ее, да, в этом месте. Обычно я ее закапывал вот здесь, но тут слишком открытая местность. Окей, две твоих, где же? Сейчас пробую сам. Так, но первое это, как говорится... Чего? Чего, блин? Опупенная тачечка, видно ее. Блин, а мы же тут еще и... Сюда, да. И мы тут, получается, байки-то утопили, да, и я же его тут восстанавливал еще вот в таком ракурсе. По-любому она была в ракурсе. По-любому, блин. Будет куча тайм-кодов, обидно. Еще одна, это как бы сработало. Чего? Да, пантусы стоят. Да ну нафиг, погоди. Я тут разово только проезжал, и я не смотрел внутрь. Да, я забыл вообще, что здесь можно тут прятать. Блин, ладно, но это было и гениально, да. Окей, ладно, в любом случае, тачки мы все нашли, ребята. Проведем одно испытание, погнали. Давай. Ребята, наше первое испытание это Drag Racing. Здесь новый прикольный внедорожник, танк, антигелик и демон. Желаю вам удачи. 1, 2, 3, полетели. Ого! Ого! Антигелик вообще пуляет! Так, демон... А, демон шлифует, да, походу? Так, вопрос! Типа... Ну, ты развернулся, да, ты развернулся, и тут чисто... Ну, кстати, у меня тоже хороший разворот вроде был. Поехали. А, я взорвал? Где ты? А, ты взорвал его, реально, минус. Который раз ты уже на драге страдаешь, Дань? На, понимаю. Поехали. Тоже взорвался. Да, что? Как бы антигелик, ну-то понятно, что чит, но я думал, танк был очень жесткий. А, чего? Да, она проскочила сквозь забор, и она решила потужиться самопроизвольно.
Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо огромнейшее за просмотр. Ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока. Пока. Пока.